однажды какой-то бродячий акробат начертил круг, бросил в него ковер, и получился цирк. Может, поэтому в этом зрелище есть что-то колдовское и мечтательное, реальное и сказочное. Мал барьер манежа, но он как стена отделяет сказку арены от реальности зрительских кресел. Как хочется самому испытать и счастье воздушного полета, и смелость акробата, и беспредельное чувство радости от того, что все можешь. Но ты все это можешь. Стоит только прийти сюда. Итак, аттракционы. И, конечно, первые в этом аттракционном мире — дети. Так уж устроен мир, что кто-то видит веревочки, а кто-то — живых человечков. А рядом мир больших игрушек. Великий спор философов о том, что прекрасней, те удивительные минуты ожидания, когда счастье вот-вот наступит, или его исполнение, дети, впрочем, как и взрослые, еще не решили. Хочешь быть счастливым? Подожди. Ну, кажется, поехали. Вот бы не вылезать отсюда, если не всю жизнь, то хотя бы целый день. Не волнуйтесь, бабушка. Ваш внук никого не задавит. Машинка идет по рельсам. Нет, это не карусель современного мира. Просто здесь каждому предоставляется право прокатиться на чем угодно. Пиратские парусники и в 20 веке не потеряли своего значения. На 10 минут ты становишься настоящим морским волком. Парусники идут по кругу. Ведь совершается кругосветное путешествие. А здесь ведется отчаянный воздушный бой. В этом бою не будет побежденных, удовольствие получают все. Конечно, детей увезти отсюда непросто. И надолго еще в их памяти останется этот чудесный праздник. Долго они будут вспоминать о нем. А может быть, даже видеть в своих детских снах. Но поговорим теперь о взрослых. К сожалению, хроника не смогла запечатлеть пещерного человека, качающегося на лиане, или, скажем, развлечения римлян. Но зато насмотреться, как развлекались наши бабушки и дедушки, мы можем.
обратите внимание, сегодня, да и в прошлые времена, на службу индустрии развлечений привлекалась самая современная техника. Пожалуй, можно утверждать, что в этих машинах для веселья использованы величайшие достижения человеческого гения. А стоит ли на такие пустяки тратить столько усилий? Стоит. Стоит, потому что это приносит людям радость. Вы скажете, миллион за улыбку. А может, это не так уж много. К тому же улыбаются здесь не только те, кто катается на аттракционах. Удовольствие получают все. А это уже... миллион улыбок. Итак, кто бесстрашен и смел, на аттракционы. Королевство автоматов. У автоматов, что стоят здесь, задачи не глобальные, даже просто, скажем так, не деловые. Они не ведут поезда и самолеты, не совершают посадку космических кораблей на другие планеты. Их задача — игра. Можно, конечно, пойти на стадион и посмотреть, как играют другие, но, правда же, самому играть интереснее. Один ноль. Один один. Один два. 2-2. Ничья. Приглядитесь повнимательней. Здесь игра самая современная. Стыковка космических кораблей. Правда, неудачная стыковка грозит взрывом. Но поскольку космонавт никто иной, как вы сами, не пугайтесь. Вы твердо стоите на Земле. We'll be right back.
После того, как игра в автогонки надоест, можно попробовать свое умение на настоящем картинге. Тут вы полновластный водитель на улице, о которой мечтает каждый шофер. На этой улице нет пешеходов. Катание с гор любят все. Это бесспорно. Как и бесспорно другое. Для того, чтобы спуститься вниз, надо подняться вверх. Тем более, что, как утверждают, и все-то человечество развивается по спирали. Если вы не решились подняться по спирали и прокатиться, то все равно вы получите огромное удовольствие. Стоит только постоять здесь и посмотреть. Зрелище незабываемое. Ha 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 ha.
Ощущение вообще такое, как будто в космосе были. Я очень доволен, что попал сюда. Ну, знаете, впечатляющее катание вообще. Больше мне нравятся виражи крутые. Не знаю, по-моему, какой-то полет. У тебя такое ощущение, что ты вот сейчас подвинешься из этой машинки и полетишь. Серьезно. Так не страшно, сердце отрывалось только. Ничего не отрывалось, все нормально. Превосходно. Я лишь бросил второй раз. Свои годы, и я такое удовольствие испытываю. Чудесно, просто дух захватывает. И нам бы побольше таких аттракционов для взрослых именно. А то у нас очень мало, все больше для детей. Правда? Великолепно. Наверное, из потребности человеческого общения возникли еще старину и гуляния на площадях, и захватывающий дух качели, и веселый карусель, и стрелой летящий с борт санки. Совсем не удивительно то, что в наш космический век многое из того, что было когда-то, не забыто. Мы имеем в виду замечательную традицию народных гуляний. Ведь в этом отдыхе, где столько смеха, человеческой непосредственности и раскованности, есть польза, и польза немалая. Итак, аттракционы – чудесная игра для больших и маленьких. Slap on some cologne. I made it far and I want to go home. Working tech support on the next new phone. I made it far and I want to go home. So day, me say day, me say day, me say day.